Они прошли через ужасы войны, самоотверженно боролись за свободу и независимость Родины. После войны решили посвятить свою жизнь работе в органах внутренних дел. Когда не было опасности от внешнего врага, они охраняли внутренний порядок и спокойствие граждан. Сегодня мы с вами собрались, чтобы еще раз вспомнить, отдать дань памяти павшим в боях за нашу Родину, ушедшим из жизни во время мирного времени. И, конечно же, низко поклониться вам, живым. Сотрудники УВД по Орловской области хранят память о подвигах, которые совершили эти люди. Вот то, что мы сейчас можем здесь посидеть, можем пообщаться, это благодаря вам, дорогие друзья, и участники боевых действий, и дружинники тыла. Для участников войны День Победы – самый важный и ожидаемый праздник. 72 года назад они точно так же, как сейчас молодое поколение, кричали «Ура!». Закончилось самое страшное время в их жизни. По состоянию здоровья посетить управление могут не все ветераны, но упускать возможность встретиться с товарищами они не хотят. Поэтому каждый год стараются прийти на праздник. Иван Павлович войну начал минометчиком, потом стал комсоргом стрелкового батальона. Я 4 раза раненый. У меня пробит партбилет, 0,5 сантиметра пули прошло от сердца, как операцию когда делали. Каждый раз, когда ветераны говорят о войне, без слез вспоминать эти события не могут. Это было страшное время, но они выстояли. Анна Маричева, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».